Привет, сразу откроем страницу Random. Я вчера все-таки разобрался с Google Chrome. Теперь работает как раньше. Так, определим победителя в акции от компании «Товар из прошлого». Количество участников 3136 человек. Они разместились на 40 страницах. Это мы вводим на независимом сайте генерации чисел random.org. Получаем результат 23. Открываем 23-ю страницу. Находим здесь участников от номер 1761 до участника под номером 1840. 1791. Находим этого участника и проверяем критерии акции. Друзей должно быть не менее 50. Подписчики при этом не считаются. Кристина по этому критерию подходит. Фотографии должно быть не менее 3, причем реальных фотографий, не картинок. Они могут находиться как на аватарках, так и в отмеченных фотографиях и в других альбомах. Так, смотрим. Фотографии. Так, пока личных фотографий не увидел. Начнем. Вот это. Тоже не она. Не Кристина. Посмотрим в отмеченных фотографиях. Есть одна сохраненная фотография. И просмотрим все оставшиеся. Вдруг есть еще какие-то фотографии. То есть одну фотографию мы увидели. Так, вот еще одна фотография. Это девушка. Две фотографии. Так, вот третья фотография, четвертая. И здесь не вижу. Так, ну ладно, фотографии есть, смотрим. И вот, кстати, еще фотография. Смотрим, есть ли запись на стене. Запись мы ищем до даты начала акции. Мы ее не пропустим. Так, это вот акции, которые начались совсем недавно. Так, вот есть запись. И смотрим, вступила ли Кристина в группу спонсора. Да, Кристина вступила в эту группу. Она является победителем этой акции. Я ее поздравляю. Прошу обратиться к Виктору Бабицкому, администратору сайта Пейзариум. Он объяснит, как получить приз. Удачи всем, спасибо, пока.